Здравствуйте, дорогие мои участники конкурса Golden Time 28 сезона. Я хочу сегодня вам показать картины, которые я выбрал, несколько работ. Хочу ваше внимание. Я выбрал сегодня, сделал такой выбор, три категории. Там куклы, гиперреализм и классическое искусство. Вот это прекрасная модель. Очень интересно исполнено. Ханна Хребьяневич. Браво, правда красиво, потому что там детально, очень правильное движение. Ну, никаких вопросов здесь нету, потому что это правда прекрасная кукла. Давайте перейдем на следующее. Алла Кострома. Смотрите, какой-то каждая капелька вина, гиперреализм прекрасно, и чувство, вот движение очень интересно сделано, поймала движение кота, браво, молодцы. И третье, Ирина Камещан, чисто классическое искусство, которое всегда восхищает людей, потому что, смотрите, и детально выработана, и правильная перспектива, все правильно нарисовано. Спасибо вам, Ирина, потому что оно очень хорошая картина. Так что вот эти три работы я выбрал из всех. Спасибо вам за внимание, до следующих встреч.